В Челябинской области коррупционный скандал. Главу администрации Копейска Вячеслава Истомина задержали за взятку. Об этом сообщили в Следственном комитете по региону. По версии следствия, подозреваемый, являясь главой Копейского городского округа, получил взятки в крупном и особо крупном размерах на общую сумму не менее 2 миллионов рублей. Ну, такие новости для нас с вами уже стали привычными. Только за последние полчаса мы уже 2 подобных истории вспомнили. Но вот за какую именно помощь мэр Копейска получил откат, следователи пока не рассказывают. Однако теперь чиновнику грозит тюремный срок до 15 лет и, конечно, многомиллионный штраф. Сейчас подозреваемые следователи. Уголовное дело ведут сотрудники ФСБ и МВД. А такой улыбчивый с виду мужчина, так и не подумаешь.